Приветствую, дорогой зритель, и сегодня у нас Kawaii Metal Rock. Давненько мы не слушали группу Baby Metal. Они целый год были в отпуске в долгосрочном, и после отпуска выпустили сингл под названием Divine Attack. И выходит у них новый альбом 23 марта 2023 года. Вы скажете, это очень долго. Как нам ждать? Ждать альбом целый еще год, но... Будет песня выходить, каждый сингл будет выходить раз в месяц на протяжении 10 месяцев перед выходом как раз-таки нового альбома, который будет включать эти же песни, которые будет выпускать группа. Надеюсь, незапутанно я сказал. Так что вот так вот каждый месяц Baby Metal будет радовать с каждым синглом и, надеюсь... Будет с клипом эти песни. Насколько я прочитал информацию, что эти песни были спрятаны где-то, где-то были отложены, вот. И вот эти песни войдут в этот альбом, где они покажут себя с новой стороны и новые теории и новые вселенные своей музыки. Так что... Давайте послушаем этот трек. К сожалению, я не нашел перевод. И это печально. Но приступим к просмотру. Поехали. Круто. Давненько мы такое тяжеленькое не слушали. Субтитры сделал DimaTorzok.
Ждем. Ждем каждую песню. Очень по музыкалке очень все круто. Больше здесь, в этой песне, было на ударных. Именно в музыкальной части, хотя гитары тоже хороши. Но тут больше как раз-таки ударные дали свою роль. Хорошее исполнение песни у исполнительницы. И они мне показались именно по-новому себя. Я их ощутил по-новому в этом сингле. Не знаю, присутствует жесткость именно для меня. Хотя есть и более жесткий метал-рок. Но для меня и этот жесток, я уже это говорил, жесток-жесток. Вот. Но мне нравится их слушать. Не каждый день, но бывает настроение, когда я слушаю группу Baby Metal. Вот, раз в недельку я их включаю, хочется такое что-нибудь драйвовое послушать. И у них здесь как будто перерождение. Клип непонятен с одной из многих сторон, но тут я так понимаю, что пересекаются разные вселенные. И надеюсь, я понимаю правильно. Идет какое-то перерождение в новое, что-то новое. Вот так вот. Пишите в комментариях, как вам эта песня, как вам этот трек. И не забывайте про лайки и про подписочки. Увидимся на канале. До скорого. Пока-пока.